Несколько недель назад разработчики из довольно известной студии G5 Entertainment выпустили мобильную версию игры под названием «Братья-пилоты», и теперь все желающие могут помочь двум бравым сыщикам в их непростом расследовании. Любители старых квестов, скорее всего, помнят игру под названием «Братья-пилоты по следам полосатого слона», которая впервые появилась на персональных компьютерах больше 15 лет назад. Тогда она понравилась многим любителям головоломок, и вот только теперь братья-пилоты вышли для мобильных устройств под управлением Android. Вам, как и раньше, предстоит помочь коллеге и шефу найти очень редкого слона по кличке Балдахин, который пропал из зоопарка города Бердичев. Наши герои подозревают знаменитого бандита Карбофоса. Но как ему удалось похитить редкое животное, где он его прячет и что хочет с ним сделать? Ответы на все эти вопросы вы сможете найти, поиграв в замечательный квест под названием «Братья-пилоты». Увы, разработчики из студии G5 Entertainment не стали перерисовывать графику, и на мобильных устройствах с большими экранами игра выглядит не очень красивой. Что касается цены, то часть игры доступна в Google Play совершенно бесплатно, но чтобы получить доступ ко всем уровням, вам нужно будет заплатить около $5. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.